Привет всем! Идем на барахолку по старому городу. Вот вид показываю. Атмосфера. Хороший сегодня рыночек. Пойдем посмотрим, что там есть хорошенького. Пойдем. Сегодня 3 июня, 23 год, и я в своем городе на своей барахолке. Вот, посмотрим. Значит, это куклы у нас испанские, характерные, по 5 евро хотели. Здесь вот такой стол. Показываю. Здесь брошка Лимош, 5 евро. Старенькая, но это лимош, не тот лимош, это лимош для туристов. Вот еще раз показываю. Здесь вот это вот орехоколки. Ой, 30, от 35, по-моему, до 45 евро были тоже вот это вот орехоколка. Это набор письменных принадлежностей, старинный, винтажный. Дальше показываю. Здесь картинки, все такое. А это вот для люстры. Люстры раньше были там стеклянные, хрустальные. И вот эти вот запчасти. Не знаю, покупают люди, смотрят. Здесь было очень удобно. Много было покупателей, продавцы все были заняты. Коробок было мало возле столов, поэтому можно было прям подходить свободно. Часы вот эти мне понравились, но просто так визуально я не знаю, что это, в общем, 30 евро. Так, чисто как дизайн понравился мне. Вот, в общем, конечно, по сравнению со вчерашним блошиным рынком, здесь у меня глаза не отдохнули. Вот какие тут и мотоциклы, тоже вот они, коллекционные машинки. В общем, много было интересных вещей. Это карты игральные. Они по 10 евро были. Фарфор, по-моему, германский, баварский. Так, здесь она мне сказала, значит, вот что впереди, это по 5 евро. Кольца, брошки, а браслеты по 10 евро. Ну, тоже оно такое, не винтажное мне показалось. Более современное. Показываю медленно, ну, чтобы можно было рассмотреть. Она мне тут рассказывает, вот тут подвески, это то, все. Такая была хорошая прям атмосфера. Вот этот браслет, вот такие бусины интересные. 10 евро она хотела. Куклы Лол по 8, по-моему, евро, она мне сказала. Ваза опять какая-то азиатская. Не знаю, не спросила, сколько стоит. Вот здесь вот они, по-моему, что-то было по 35, что-то было, ну, не помню я. Там были цены зачеркнутые. Со скидками что-то было. Ну, старая, старинная. Здесь вот принадлежности такие вот столовые, интересные, старинные, прям видно. Куклы, это вот тоже вот в костюмах, в народных. Как она мне сказала, 30-40-е года. Картинка вот такая вот. Мне рамочка понравилась. Здорово, вообще здорово. Я говорю, глаза не отдохнули. Прям
много было интересных вещей. Вот эти ложечки по 15 евро, она сказала. Для чего? Она сказала, чтобы доставать оливки из банок. То есть рассол стекает, а оливка остается на этой ложечке. Вот здесь и посуда, и стеклянная. Вот много было всяких вот вилок, ложек. Вот, так. Вот еще такая же ложечка, но она была, по-моему, по 7 евро. 7 евро. Угу. Для оливок. Маслин, оливок. С рассола доставать. Вот это блюдце интересное, прозрачное, главное, внутри. Такое оно какое-то необычное. Не спросила, сколько стоит. Шкатулки вот эти, вот они, по-моему, по 15 евро были. Вот этот вот набор мне тоже показалось, может быть, для чернил. Не знаю для чего. Не спросила я, кстати. Забыла спросить. Деревянный. Показываю медленно, стараюсь. Прям здорово было, здорово. А вот здесь вот в пакете лежали салфетки вязаные. Такой тонкой работы, но видно, что старые-старые. Здесь стол был с украшениями, с этническими украшениями. Я подумала, что, наверное, что-то азиатское. Может быть, Тибет, Китай. А это вот уже там бусы, ну не знаю, пластмасса ли, либо не пластмасса. Тарелочки эти были по 5 евро, тоже либо Китай, либо Япония. Здесь вот хорошо цены написаны. Ну, у нее как бы, она пишет цены здесь, молодец. Вот у нее в основном здесь вот азиатская тематика. Бутылки эти я уже вам показывала. Их стало меньше, раньше их больше было. Это там 67-й, 63-й год. Бутылки вина. Такое вот показываю. Дальше здесь столы. Интересно. Ну, все такое вот оно. Старенькая сумка вот такая на заднем плане там для чего-то. И вот они как стали делать для игрушек. То есть собирают такой лот во что-то и вот продают целыми лотами. Ну, здесь вот это место мне... Я вообще не могу от него отлипнуть. Это как музей. Здесь вообще, конечно, красота. Удивительная сбор интересных вещей прям. Здесь значки. Вот кому интересны значки, вот я показываю. Шкатулочки здесь тоже были от 5 евро и до 15, по-моему, евро. Еще раз повторяю, что-то, если, может быть, вы видели раньше, то они, как бы, продавцы переезжают. Вот этот кулон, я не поняла, значит, что это там, что это было внутри, но сам он серебряный, 40 евро стоил. Мебель. Здесь вот такая вот мини какая-то коллекция, вот такая вот крохотная все это. Вот кто коллекционирует мини-экземпляры. Ракушки здесь. Вот ракушки. По 3 евро были ракушки. Такие всякие разные. Вот это, по-моему, то ли 6, то ли 10 евро она была. Дальше показываю столы. Такие вот всякие интересные штучки. Здесь вот. Здесь брошки были там. Такое. Здесь вот винтажное все. Клипсы, брошки. Здесь она разрешает и трогать, и все можно трогать, мерить. Очень такая хорошая продавщица. Вот, а вот это вот украшение на шее, посмотрите, какое красивое. Я его взяла. Я его взяла для одной прекрасной девушки, замечательного человека. Красивое очень. Мне понравилось.
Рядом лежит это вот стекло, колье, не камень. Здесь вот брошки у нее от 10 евро и до 60 евро. Но я, как обычно, спросила самую дорогую брошку. Вот эта вот микромозаика очень старенькая, 60 евро. Здесь вот кулон тоже. Она говорит, ну ты берешь самое такое. Ну, я знаю, что я беру. В общем, 1900 год, золото низкой пробы, там, значит, цирконий, в общем, камни. И она хотела 60 евро тоже за него, за этот кулон. Я там с ней разговариваю пока, и вам показываю, что у нее еще на столах есть. Дальше здесь вот уже как бы заворот этого рынка идет. Такое вот на столах. Сумки. Разные всякие. Кстати, покупают прям покупают. Это вот другое уже место. На этом рынке. Здесь вот эти вот украшения. Ну, у нее более такие современные уже. И они с недостатками, но цены кусаются. То есть, все равно, если так вот покупать, потом доделывать. Другой стол. Инструменты. Инструменты, по-моему, от 8-15 евро. Так вот что-то было. Дальше. Опять бижутерия. Ну, всегда вот на этом рынке очень много бижутерии. Угу. Опять сумки. Так, а здесь у нас ряды с винтажной бижутерии 70-60 года Америка. И здесь трогать руками нельзя. Только смотреть. Картины вот такие маслом. Вот, то есть здесь вот нельзя трогать руками, только смотреть. Здесь все марка. То есть такое все это винтаж. Ну и цены, конечно. Но тем не менее, смотрю, вот раскупают люди все равно. Нет-нет, да покупают. Старая-старая картина, розы. Холст, масло тоже. Другие столы. Здесь опять вот современная бижутерия. Вот показываю кувшин с такой вот, с таким тазиком. 47 евро она хотела. Так, вот эти тарелки, по-моему, по 10 евро были. Это Англия, по-моему. Здесь вот в коробочках, вот там от 1 до 3 евро вот что есть. Сервиз фарфоровый. Вот даже рояль в кустах, пожалуйста. Вот проигрыватель для винила. 5 столы другие разные. Здесь вот интересно тоже такой стол. Много всяких интересных штучек. Но мне понравилась вот эта брошка. Эта брошка серебряная, стиль арт-деко, марказиты, камень. 30 евро она хотела. Покрутила я ее, покрутила. Да. Ну, года 50-е, я думаю, да, судя по замочку. Ну, прямо арт-деко. Показываю вам. Ну, тоже всякие мелочи. А это вот уже современная бижутерия. Такая вот разная тоже цена тут.
Цены тут у него от 10 евро. И вот современный камей сам он делает, вырезает. Тоже там маленький, от 10 евро и выше. Вот такой сегодня приятный рынок. Замечательно. Пока.